парня встретила дружная фронтовая семья. Всюду были товарищи, подруга далекая, парню весточку шлет, что любовь ее девичья никогда не умрет. Все, что было загадано, все исполнится в срок. Не погаснет без бред. Спокойно и радостно на душе у бойца. От такого хорошего, от ее письмеца. И врага ненавистного крепче бьет паренек за советскую родину.